В недавнем ролике мы с вами открывали кейсы, выбивали оттуда кучу новых автомобилей, и один из них, который я себе очень хотел, это BMW AX, ребятки, я ее в том ролике, конечно же, выбил. Я ее там даже вам и не показал, сколько она стоит и так далее. В общем, сегодня мы будем делать на нее обзор и тестировать, ставить стейдж 5. Я играю в Grand Mobile на 20 сервере, регистрируйте аккаунт и прям сразу же вводите промокод TLMIKE, за который получите гелик за 15 тысяч доната, випку на неделю 30 тысяч, а также мой скин. У меня, блин, столько много тачек, это огромный минус. Это BMW AX находится аж на 589 месте. Заспавнил тачку, и у нее вот такой вот видок. Кузов совершенно новый, прям очень-очень современный. Ну что ж, первые ощущения, и они, ребятки, достаточно хорошие. Разгон мне ее очень нравится, и управление тоже в порядке. Тут, знаете, такое управление, если его как бы недостаточно, то поджимайте немножечко ручник, и она даже в небольшой занос уходит, что даже очень приятно. Очень еще нравится ее задняя часть, вот такие вот фары, блин, очень симпатичная машина. Кому тоже нравится, обязательно пишите в комментарии и ставьте лайк. Разгоняю ее по прямой, 280-289 максимальная скорость, это с вами мы сейчас все будем улучшать. Я хочу сюда сначала поставить стейдж 3, да, улучшение, а потом уже стейдж 5. Хочу, так сказать, все это дело сравнить, но первым делом я хочу сюда повесить новенькие номера. Донатные номера, залетаем в магазин, номерные знаки, и давайте попробую на 01 регионе купить кое-какие номера. Вот такие. О, 001 ОО. Надеюсь, они свободные. Стоит, кстати, очень дешево. 775 доната. Даже дешевле, чем тогда мы с вами покупали. По 1000 они были. Покупаем. И да, ребятки, он свободный. Номер машины изменен. Очень странно то, что его еще никто не купил. Блин, это ж имба. Покупаю сюда еще золотую рамку за 500. И вот теперь другой разговор. Машинка сразу преобразилась. Все, сразу блатота. Ну, насчет золотой рамки я, кстати, не уверен. Как-то она, наверное, не особо здесь смотрится, но в общем мы еще, наверное, поменяем здесь цвет. Еще замечаю, посмотрите, какая у нее огромная панорамная крыша, такая черная, очень тоже симпатично. Кстати, ребят, я не забыл, помню то, что я вам говорил, то, что кого я увижу в своем скине, тому подарю машину. Я вот даже сейчас сам семейный чат наш написал, есть кто в моем вот скине. И вот Кильян Илмайк ответил, что он, давайте проверим. 77-й у него айдишник, телепортируюсь к нему. Вот он у нас в поле стоит на Мерседесе Ешке. И короче, ребятки, он нас немного обманул, скина моего у него не. Нету. Но ничего страшного, жмем ручки и сейчас буду всех проверять. Спустя многочисленные проверки, я встретил наконец-то подписчика, который находится в моем скине. Кстати, ребятки, как я и обещал, его изменили. Во-первых, смотрите, пофиксили руки, теперь у меня вот такие вот терминаторы. Обычные, нормальные, красивые руки. И смотрите, как еще и обещал, на спину добавили, смотрите, логотип Ютуба и сверху LMike. Так что этот скин теперь вдвойне уникальный. Манжиры уже в курсе, что я обещал тачку, кого встречу в скине. Так что получай. А подарим ему давайте BMW 850 CSI. У этой тачки год цена 2 миллиона. Так что топчик. Да и едет она супер-супер как бодро. Я по привычке заехал на авторынок. Но нам нужно нотариальное агентство. Здесь вот через меню кидаем ему обмен имуществом. Кидаю ему вот эту вот тачку и нажимаю готов. Он тоже подтверждает. И сделка у нас успешно осуществлена. Все, братик, спасибо большое, что смотришь и поддерживаешь. Пока что, к сожалению, скин всем дается на 3 дня. Но совсем скоро уже, ребятки, его можно будет купить, приобрести в кейсах и так далее. Так что не расстраивайтесь. Воу, блин, куда вы разогнались? На стоянке встретил еще одного подписчика. Ему давайте подарим Nissan Silvia за 1,5 ляма. Телепортирую его к себе. Передаю ему тачку. Также нажимаю готов. И короче, он куда-то вышел. Блин, я уже вот мониторю его несколько минут, и на сервер он не заходит. Вот по нику чекаю, совпадение не найдено. В общем, ладно. Заезжаю в СТО. Устанавливаю сюда сначала, ребятки, третье улучшение. Стейдж 3 делаю. Отлично. Теперь по стайлингу. Цвет давайте сделаю вот такой вот розовый, а почему бы и нет, да? Диски трогать с вами не будем. Тонировку обязательно поставим. Нитро 3 уровня и гидравлику. Отлично. Сразу же ощущаю хорошие изменения. Стейдж 3 ей пошел прям на пользу. Шустрая, резвая, внешка топ. Тачка, в общем, огонь, ребят. Сейчас посмотрим, что у нее стало по максимальной скорости. То, что разгон у нее лучше стал, управление, это однозначно. А что у нас по максималке? Я уже вижу то, что она едет больше 300 и набирает. Набирает она их прям быстренько. Разгоняем по прямой, подрубаю нитро. Есть уже 347, ребят. 347 максимальная скорость. Набрала, как сами видели, за считанные секунды. Теперь ставлю сюда стейдж 5. Погнали. Турбонаддув, чип-тюнинг и тормоза. Все, стейдж 5 полностью готов. У-у-у, и что это, блин, такое? Она за пару секунд, блин, до 200 разгоняется. И тормоза, конечно, у нее такие себе. Посмотрите на этот огромный тормозной путь, блин. Ей явно их не хватает. Эта машина, кстати, не электрическая. Мы ее тут зарядить не можем.
можем. Она питается у нас бензином. И это, наверное, скорее всего, единственная тачка, на которой я полностью ощутил какой-то порог, да, входа этого. Без стейджов, со стейдж 3 и со стейдж 5 реально везде есть своя разница, свое преимущество. И это очень круто, когда ты видишь какие-то изменения, да. Просто есть такие у нас автомобили на Гранде, на которые даже ставишь стейдж 5 и вообще как бы ничего не меняется. Либо же наоборот становится там быстрее, но хуже управление, и это вообще там ужас. Но это совсем другая история. Посмотрите на ее разгон, ребят. Нажимаю газ, уже 100, уже вон 200. И это без нитро. Теперь подрубаю нитро, газ, и просто смотрите. Это, ну, вообще без комментариев. 300 уже едем. И максималка у нас 382 км в час. Ребят, ну за считанные секунды набрала. Ну прям вообще топчик. А стоит у нас это сокровище по ПТС-ке целых 18 миллионов рублей. Конечно же, со стейдж 5 и с такими номерами цена уже будет ого-го. Даже страшно представить. Ну а сразу же слить мы ее можем за 13,5 миллиона. Подписывайтесь на канал и обязательно ставьте колокольчик на все уведомления, чтобы не пропускать новые видеоролики.